этом игре стремимся? К победе. Играем на выигрыш. У нас определенные цели и задачи в нашем коллективе. Это воспитание молодых ребят. Сегодня, ну, по игре пока ничего не могу вам сказать, но не было. Было мало футбола, но парни выстояли. Приятно с лидером сыграть в ничейку дома. При поддержке трибун. Не скажу, что результат, как вы сказали, сродни победы. Конечно, мы тоже стремимся выиграть в каждой игре. Но мы довольны результатом на сегодняшний день. Совсем недавно заявлено это стремно. Даже был период, когда вы играли за Сокол, да? Как это вам помогло в сегодняшнем результате? Всегда приятно, наверное, играть в том городе, где ты являлся футболистом, частью команды, приезжать в этот город, возвращаться. Вдвойне приятно. Уже в качестве тренера, не проиграв, повторюсь, лидеру, да, нашей зоны. Ну и спасибо большое за доверие нашего старшего тренера по поводу моей персоны. Спасибо за доверие ребятам, которые, так скажем, стояли, отбились. Это очень приятно. А у вас вот недавно, так сказать, прошлый ребрендинг произошел с логотипом, я вас смотрю. Форма у вас пока еще, ну, предыдущий такой. А с чем связан вообще смена логотипа? Все стремятся к лучшему. Все стремятся улучшать свои как футбольные качества, технические качества, так и наш менеджмент тоже двигается вперед. Еще вопрос? Спасибо. Спасибо. Спасибо.